Северная глубинка Самарской области, Шанталинский район – достойное внимания место. Его решено добавить в интерактивные атласы туристических маршрутов малых городов и сел Самарской области. Здесь очень многонациональная земля и очень много сохранившихся традиций, обрядов, даже уникальных танцев, которые существуют только в этом регионе. И, конечно, из других регионов гостям было бы интересно познакомиться с этими национальными традициями. Проект реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Историческую ценность здесь представляет уникальный памятник федерального значения начала 18 века – крепость Кондурча. Сейчас проект готов на 50%. В его обсуждении приняли участие краеведы из северных районов области, ученые и студенты из ГЭО. Макет интерактивного атласа представят в апреле на научном форуме в СГЭО. Мария Левина, Василий Кладашов. События.